Обшарпанные стены подъезда, ржавые входные двери, двор в ямах и рытвинах, клумбы, огороженные старыми покосившимися леерами. С такой картиной наша съемочная группа столкнулась по адресу Артемовская, 5 в Доброполье. В этом году дому исполнилось 40 лет. Старожилы помнят здание совершенно иным. Когда мы к ЗМЗ относились, они ремонтировали, и эти батареи промывали, все было. И дом красили. Вот последний раз они покрасили, и все. Вот уже 5 лет за дом на Артемовской, 5 отвечает управляющая компания «Уютный мир». Именно к бездействиям организации по отношению к жилью масса претензий у местного населения. Ничего не делается. Довели за 5 лет неполных. Двери скоро придется выкидывать. Извините, 22 тысячи дверей. Список коммунальных бедствий, а точнее действий, которые должна выполнять управляйка, можно продолжать долго. В этом подъезде на последнем этаже 2 года назад случился пожар. Однако приводить в порядок стены управляющая компания не стала. Жителям пришлось делать это самостоятельно. Жалуются люди и на счета. По их мнению, за свои услуги организация берет очень дорого. Все, что ремонтирует управляющая компания, нам как минимум это делает, цены просто заоблачные. Ну, помойте, покажу, покажем сейчас. Вот такую вот сделали калиточку. 1590. Даже замена старых деревянных окон на новые пластиковые вызывает у жителей вопросы. Во-первых, их установили всего по 2 на подъезд, только на 2-м и 5-м этажах. Во-вторых, оконная компания, за которую проголосовали жильцы, чем-то не устроила управляющую. Выбрали другую, которая, как утверждает местное население, установила более дорогие конструкции. Да к тому же неправильного размера, меньше проема. Поэтому некоторые окна держатся исключительно на пене. Мы нашли подрядчика, договорились за окно по 8 тысяч. Собрали собрание, у нас есть протокол, подписи собрали, говорили сумму и цену и отвезли в управляющую компанию. Объяснили, почему нам нужны такие окна именно по 8 тысяч, нам не нужно дороже. Вот. Потому что денег нет, и у нас в таком страшном состоянии находятся подъезды. Вот. 40 лет дому 8 августа было. Значит, все, нет, они сделали по-своему, они наняли своего подрядчика и сделали нам окна по 10 770. Управляющая компания, в свою очередь, уверяет, работы в доме ведутся. Например, после отключения газа на Артемовскую, 5 пришлось проводить электричество. В 2015 году осушили и засыпали подвалы. Теперь вот меняют окна. Чтобы отремонтировать подъезды, жильцам достаточно организовать собрание. Для того, чтобы управляющая компания сделала ремонт в подъездах, это собственникам нужно принять решение о том, что выполнить работу. Они должны проголосовать, оформить это все протоколом. Соответственно, управляющая компания сделает смету, сколько это будет стоить. И также на этом собрании собственники эту смету утверждают. И после этого управляющая компания приступает к работе. Как уверяют жильцы, о своем намерении сменить управляющую компанию «Уютный мир» уведомили еще в июне. И собираются довести дело до конца в ближайшее время. За больше половины квартир, а их здесь 90. Управляющая компания, в свою очередь, утверждает, что о таком решении жильцов не слышала. Когда закончится эта коммунальная война, неизвестно. Но пока одни не знают, а другие не хотят. Старый и без того дом постепенно приходит в упадок. Светлана Садовая, Николай Ларченко, Телемикс.